Нет, Миш, про День города ничего не нашла. Вот про парад в Московии мажореток нашла афишу 13 июня. И фестиваль духовых оркестров 12 июня. Да, 12 июня тоже нашла. А про День города ничего не сказано. Давай узнаем, а помнят ли горожане, что День города Истра мы отмечаем 12-го, ну, в этом году 11-го, 12-го и даже 13-го июня будут праздничные мероприятия. Знаете ли вы, какой праздник истринцы будут отмечать в эту субботу? Нет, не знаю. Не знаете? Нет. И вариантов никаких? Ну, может, День города? Конечно! В эту субботу, что-то я как-то подзапамятовала. 11 июня у нас. Вы мне прям врасплох что-то застали. Так, нет вариантов. Нет, варианты есть. Там День города мы всегда отмечаем. Ну, конечно, да, конечно. Какой праздник в Истре будут отмечать в субботу? Нет. День города. Совершенно верно. Как вот так сразу в точку-то? Молодые и красивые. Скажите, знаете ли вы, какой праздник в Истре будут отмечать в субботу? Какой? Какой? Мы не знаем, мы не местные. Какой праздник в субботу в Истре будут отмечать? День города, наверное. Ну, вот завтра Вознесение, вот там храм Вознесенский. Престольный праздник. Ну, я вам напомню, 11-12 июня обычно отмечают День города Истры. День России – это общий праздник для страны, а конкретно для Истры. Нет вариантов? Не знаем. Нет вариантов? Нет. Хорошо, тогда я вам подсказываю. 11-12 июня обычно отмечают День города Истры. Не знали этого? Нет. Какой праздник в субботу в Истре намечается? День города. День города, почти так. Конечно, конечно, да. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, какой праздник в Истре будут отмечать в субботу? Не знаете? Никаких вариантов. Никаких вариантов нет? День города. День города, конечно. Не знаете, какой праздник истринцы будут в субботу отмечать? Я к вам присяду. День независимости. День независимости – это само собой, это праздник страны. А в Истре для истринцев есть какой-то особый день? День города. День города, конечно. Что так не смело, не уверены? Я число не помню, как сегодня вообще месяц. День России, наверное. День России – это праздник страны. День города Истра. А, не подскажете, какой праздник в Истре будут отмечать 11-12 июня? День города или что? Да, совершенно верно. Процветание и благополучие, потому что мы, как настоящие истринцы, всегда радуемся за успехи нашего города, в первую очередь, чтобы он процветал, всегда оставался красивым. Любви, там, не знаю, счастья, красоты. Что еще можно пожелать? Ну, чтобы город облагораживался каждым разом все больше и больше. Процветание и, ну и как, и удачи. Больше ничего. Больше ничего, извините. Процветание. Чтобы процветал в дальнейшем. А сейчас вас устраивает то, как он процветает? Нравится город? Да. Я хочу, чтобы он процветал, становился все более новым, чтобы были новые постройки, чтобы люди были добры друг к другу и дружны. Не городу пожелали, а администрация города желает, желательно, потому что, чтобы больше внимания уделили постарелым людям. Вот и под меня, допустим. Я примерно говорю. А их сидят целые улицы. А нам не могут определить, куда нас можно сделать нормальную, прекрасную, чудесную площадку. Еще лучше процветание. И так как бы хорошо, очень хорошо делают все для Истры. Ну и пусть будет еще лучше. Все устраивает, представляете? Вообще все прекрасно. Вы счастливый человек. Заметно? Да. Процветания, всего хорошего. Всего красивого, чтобы все были рядом, рады этому городу. Больницу новую хорошую построили. ЗАГС построили красивый, хороший. ЗАГС? Бракосочетание, да. То есть? Дворец бракосочетания. Они вот это запугали. Обслуживали как следует. Нас, да, а то придумывают у нас... Соцзащиту оформить сейчас. И вот сколько приходится нам ходить. В Москве нет такого. Что-то пожелаете городу? Веру в хорошее будущее.